Добрые, дорогие друзья, здесь я планирую делать полочки, кладовочка небольшая. Ну так, если в двух словах, то здесь будут полочки, здесь будет располагаться, да, две штучки для одежды, штанга для жены, и здесь полочки. Планирую обойтись без крепежа к стенам. Брус, бюджетный вариант, 900 рублей, нарезал заготовочки, морилочкой покрыл. Нарезан лист один, 1900 рублей вместе с распилом. Воронеж. Да, это Воронеж, 1900 рублей. Стандартный лист 3,5 на 1,75 м, 16 мм, ЛДСП. Соберу, покажу, что получилось. Так, начинаем сборку. Стоек для левых полок. Брус везде использую 30 на 40. Настал долгожданный момент, кладовка, гардеробная собрана, бюджетный вариант, использовался брус 30 на 40, 900 рублей, лист ЛДСП 3,5 на 1,75 метров, 16 толщина, вместе с распилом 1900, саморезы, плюс штанги для вешалок, итого 3000 рублей. Обошелся без крепления к стенам, по периметру связал. Получилась очень прочная конструкция. Между полочками столбики, чтобы не прогинались для прочности. Ребенок уже любит прятаться, ползать здесь. Получилась зона для жены. И для меня.